Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сначала, конечно, было бы неплохо. Значительно неплохо. Если бы вы постарались бы сформулировать нам задача, которая лежит перед вами. То есть, какую именно проблему вы хотите решить? А в случае, если вы этого не сделаете, для специалиста остается достаточно широкий набор, широкий плацдарм для, скажем так, трактовки, для интерпретации того, что вы, собственно говоря, представляете как проблему свою. Поэтому какую именно задачу вы хотите решить? Это первое. Второе. А после пребывания в декретном отпуске, после того, как вы побывали в декретном отпуске, вы стали чувствовать, вы стали ощущать, что сомневаетесь в себе, что стали меньше уверены в себе. И это нормально, потому что какое-то время вы были без деятельности, вы были без активности и отвыкли немного получать результат. Поэтому мне кажется, что имело бы смысл вам обратить внимание не на то, кто что о вас говорит и кто что делает, а на то, что конкретно вам ценно, важно и дорого в работе, например. И на то, в чем вы стали в себе сомневаться. Может быть, вы стали в чем-то, чего-то бояться в себе. На эти вещи нужно вам обратить внимание. И очевидно, что на данный аспект восприятия повлияло ваша роль, мамы. Вот, но страшного ничего нет, все
корректируется, да, вот. Так что, я думаю, все это можно решить при желании. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.